CompDay – это современный магазин электроники, топовые игровые компьютеры, различные конфигурации по желанию клиента и профессиональные консультанты, которые подскажут и соберут выгодную сборку для вас. Подписывайся на YouTube-канал, где ты найдешь обзоры на технику, новинки по железу, а также уже готовые дешевые игровые сборки. Все подробности и ссылочки в описании ролика. Всем привет, ребята! С вами Лего, это Клановые Войны. Где кибитка? Можно это, подождать их. Если они выйдут, то убить их и взорвать. Короче, наш дом начинают бахать. Мы отстроили домину. И на наш дом пришли какие-то петушки, которых мы должны убить. Не факт, что, конечно, они здесь, что они в онлайн. Ну, в смысле, что вот здесь кибитки, но они начинают просто взрывать большой дом. И мы должны понять, надолго ли они сюда пришли или нет. Ну что, будем ждать тогда, ребята? Будем ждать. Ну что, давайте посмотрим, что есть в этой кибитке. О-о-о-о, быстрее, 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 быстрее. Ну уже. Отлично! Какой-то кристалл был. И он стрельнул сам себя ракетой. 20 ракет, 20 ракет. Забирай, забирай. Забрал? Ну и все. Да, да, до свидания. Да. До свидания. Вот так. Вот так мы... Давай, да, давай, давай. Давай. А стой, вот, вот. Они дверь открыли. Лол. Все, всех заутали. Домой. Короче, они сидели с ракетами здесь, да? Ой, Алёши, да, 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 да. Ой, Алёши, это клан Катана, нагибаторы какие-то, спасибо, 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 пацаны, 20 ракет. Сука! Погнали, теперь мы взрываем наших соседей, у нас что, халявные 20 ракет есть? Блин, просто огонь в чате сейчас будет вообще! Вот это мне начало нравится, ребята. Мы играем на клановом сервере Rust Club 5. И сегодня мы пойдем жахать. У нас рейдблок только что пропал. И, в общем-то, я вам сейчас еще здесь подарков накидаю, чтобы вы больше не ходили сюда. На батьков пошли они. Вот, держи, 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 держи. Ой, ой, ой. Чё так больно? Ой. Вот еще. Вот вам. Вот вам подарки. Все, полетели в наш кибитос. Да, поставь этот, как его. Да, 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 да. Ну все, мы летим в кибитос и идем рейдить. А, нашли опять какой-то дом с горящей печкой. Ну что, минус, минус дом. Ну, здесь понятное дело, что большая печка, здесь основные ресурсы. И сейчас чей-то дом будет отвалю. О! Что такое? Ребята, ребята, Чё, прикол? Кстати, ребят, тут 25 ракет лежит в доме, так что, блядь, не взрывайся. Ребят, лучше просто нахуй пойти. В чем прикол? Хуесосы! Не надо, блядь, ребят, не надо, рыбок, пожалуйста. Что происходит, не понимаю. Блядь, уноси ресы быстрее. Уноси, говорит, ресы быстрее. Быстрее, говорит, ресы уноси. А мы вообще правильно бахаем или нет? Такого я еще не слышал. Веселые клановые сервера. Опа, да. Ребят, лутовай на втором этаже. На втором? А пароль 21.50. 21.50? Ебать!
Оказывается, пароль оказался неверен. Ебать, это что, Легос рейтит, блять? Нет. Куда вы вообще стреляете? Он вот там где-то разговаривает же. Вот это рейдеры, конечно, от бога. Рейдить не умеют вообще. Что за дом? Я не понимаю, что за дом? Ой, как мне хорошо попало-то, а? Откуда он вылез? Но это тупо центр. Закрываю, Лев. Ооо, кто-то сзади пришел. Кто-то пришел сзади. Так. Я жду. Лего. Олега, ты Ой. Это кто? Это Exception, что ли? Леха, 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 уходи, уходи, не надо меня рейтить, Леха, я бич, Леха, нету леса. Что происходит, блядь? Псих, поднимай меня, я еще живой. Леха, давай уйдешь по-хорошему, Леха, давай. Да это не я, я убитый. Все равно реза в доме нет, не тратьте ракеты. Фух. Не надо разрушать домик, пожалуйста. Хорошо. Мы уже столько ракет потратили, алло. Вон вы за БК убили, молодцы, блядь. Ну, у меня резов нет, блядь. А ты один, что ли, живешь в этом доме? Да. А что ты раньше не мог сказать? Я же, блин, говорил, не надо рейдить. Ты должен был сказать, я живу здесь один, я бич. Что нет ресов. Ой, господи, зачем мы тогда тебя рейдили вообще? А? Давай я вот открыл дверь, и смотрите. Давай. Ты один, что ли? Такой лол, просто лол. Мы потратили 20 ракет уже. О, да. Я не ожидал, что ты придешь. А что, вообще нету ресурса, что ли? Нету. А куда ты их дел? Я вот что успел взять вообще? У меня хату тоже рейдили, я взял, вот отстроился. А, понял. Ну ладно, закрывай тогда. Лоль. Просто лоль. Я думал, стрим у тебя идет. Не. У него нет ресурсов вообще. Я вот там, короче, отошел в кустах, пробегайте мимо меня, короче. Нормально. Не было ресиков. Заносим ракеты. Ух, сейчас будет жарко, чувствую. А вы говорили, они в онлайне, да? Да. Кто-то из них онлайн. Ну погнали. Тогда быстро надо, быстро подстройку на крышу, быстро с крыши бомбим вниз и все. Там я делал кибитку уже. У меня там кибитка стоит. Вон она, видишь? Опа-на, они расширили. Они даже не снесли эти лестницы наверх, лол. А там они моя что... кибитка стоит, я сегодня утром ставил. Понял. Вон, на самом деле, вверху, видишь? Подожди, а там шкаф не работал у них, что ли? Нет. Хорош, хорош. Все, тихо. Пипец. Вот это мне нравится. Клан Спарта, Кудесник Огня, Псих, Хулио и еще два типа. Очень, в принципе, грамотно играют. Не знаю, что по стрельбе, но они уже за ночь подготовились, короче, и поставили кибитос свой в чужом доме. Че, это реально твой кибитос? А где люк? Подожди. Так, по люку. Ну что, погнали по люку?
Все подходы убрали. Помогайте мне, у кого есть. Все нормально. Подожди, стой. Это что-то... Так, подожди. У меня есть идея, подожди. Не в дверь? Так, ну да, в дверь. Только вот так вот, смотри, сейчас покажу. Вот сюда. Чтобы верхний уровень снялся и нижний. Отлично. Так, мы солому-то не можем делать, да? Можем. Что, полетели? Так, я куда-то долетел. Ой, хорош. Они живые были? Ну-ка, если я вот сюда дам, захвачу дверь или нет? А вот там у них лутовая, все. Я помню их дом. Я помню. Наверху? Наверху? У них вон там лут. Прыгай сюда. Вон там. У них там люк внизу, короче. Надо куда-то вот сюда вот бить. Подожди, стой. Поставь сюда наверх лестницу. Да. А вот это что за двери тогда? Какой смысл внизу, если там они ходят? А это что за четыре двери? Давай их тоже проверим. Взрывай. Бомжовки есть? Нету? Погнали. Если по центру бахнуть вот сюда, две двери заденет? Вот сюда. Стой, не стреляй. Дай проверю. Проверим. Да, нормально. Я добахиваю. Взрывай. Не, стреляй, мне перезаряжатка. Стреляй. Все, так, стоп, смотрим. И чё? Лол! А вы говорили внизу. Вот же вся круговая лутовая, 45 тысяч серы, 3 тысячи пороха. Пипец. 1000 МВК. Куда? 4 ракеты, 6 ракет. Там пулик есть. Где? Забирай пулик. О, вижу. Забирай пулик. Так, ресурсы забираю. Так это что-то какой-то изи дом, по-моему, не? Какой-то сверх изи дом. Я сейчас думал, мы тут по 30 ракет потратим. Я тоже думал. Да забирайте Лутенского. Они зайдут сегодня в онлайн и все. И у них бомбанет. Они на седьмом месте. Они на седьмом месте, эти типчики? Они еще и онлайн. Так надо уходить тогда. Наверх строимся. Быстрее уходим наверх, постройку. Блять, говорил же, наверх постройку быстро надо делать. А где я? Лол, подожди, я что-то не понял. Не туда. Так, ком один. Мы даже спальники не ставили, ничего не ставили. Еще и рейд-блок. Классно. Бегу от хаты пешком. Мне нужно сейчас дерево еще нарубить. Постройку-то замутить надо будет. Пипец, они в онлайне. Они в онлайне зашли. Быстрее нарубить дерево. Дерево, срочно. Срочно. Так. У них сейчас там КД будет и так далее. 1000 дерева. Нормально. Ну как вообще можно было на доме сделать кибитку? Это такой ор. Это рили ор. Быстрее. Я иду. Да. Я иду. Как он меня хорошо расстрелял, а? Там мой трупак остался?
Да, мы залутали его. Пошли, долутаем. Так, сейчас долутаю. Патриков нету. Патриков нету. Бля, я испугался. Все, погнали домой. Им стрелять-то больше нечем. Домой, пошли домой. Погнали. Ох ты ж, ё, как тяжело-то, а! Изи лестницы. Изи лестницы. Все, валим, 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 валим. Сейчас еще кто-нибудь придет и заберет все. Такой спуск круговой лестницы. Все, вроде отлично. Вроде мы победили. Мы на самом деле... Кстати, вот рейд-блок только прошел. И мы сразу отбили рейд. Типы забрали сразу 20 ракет. Зачем? Непонятно. И потом сразу же пошли... То есть антирейд сделали и потом пошли на рейд. Два в одном. Но антирейд вообще слабенький был. Рейд такой здоровый дом... Просто забрались наверх и все. О, привет, Леги, от Кири. Здорово, Кири. Здорово. Ну что, первый рейд на клановом сервере удался. Поэтому по ресурсам у нас получилось зачетно. Да ё-моё. Как вы поняли, что это вот этот дом со стрима. Да что ты будешь делать? Вот. Все нормально. Подожди, а куда мы пришли-то? Не туда. Мы куда пришли? Я... А, я же застраивал, давай ремонт. Ты застраивал, да? Ага, понял, лол. Хорош. Ну все, сейчас закидываем все ресурсы. И, как говорится, первый клановый рейд удался, ребята. Когда мы пойдем на второй рейд, то я, конечно же, вам, ну, сообщу. Или запишу ролик. Я немного повыпускаю клановые рейды, клановые взрывы. Посмотрим, что из этого может получиться. Так что не забывайте подписываться. С вами был Лего. Всем пока-пока.